Как скачать архиватор WinRAR? Переходим. В Google вбиваем WinRAR скачать бесплатно. И первый выдачи сайт winrar.com. Нажимаем. Здесь есть предложение купить WinRAR или просто скачать WinRAR. Многие попадают в ступор, видя вот это предложение купить. Да, программа условно бесплатная. То есть ее можно приобрести, можно пользоваться безоплатно. Нажимаем «Скачать». Опять перекидывает нас на страницу, где нам предлагается вновь купить. Пусть это не вводит вас в заблуждение. Нажимаем на синюю кнопку «Скачать WinRAR». Далее нас перекидывает в окно выбора, куда мы будем скачивать. Ну, давайте, к примеру, вот сюда и скачаем, куда предлагает. Вы выберете любое другое место на вашем компьютере. После скачивания вы можете перейти и запустить программу. У вас будет предложение, куда установить программу. Выбираете «Установить», выбираете необходимые вам расширения и нажимаете «Ок». После этого будет окно с благодарностью за то, что вы выбрали WinRAR. Все, готово. Для того, чтобы разархивировать файл, необходимо нажать на него, на архив, необходимо нажать правой клавишей мыши и выбрать «Извлечь файлы». Здесь необходимо будет прописать путь, куда вы желаете извлечь. К примеру, вот на диск C какое-то определенное место, возможно, вот, выбираете, куда вы хотите извлекать, и нажимаете ОК. Процесс извлечения произойдет именно в то место, потом там, куда вы указали, вы и найдете уже извлеченный файл. На этом все. До новых встреч!